1978 год. На подмосковской даче найдены и убитыми молодая картежница Кира Миллер и волгоградский полковник МВД Виктор Потапенко. Кира и Потапенко состояли в любовной связи. Группа майора Черкасова начинает расследование. Выясняется, что незадолго до гибели девушка проиграла 400 тысяч рублей в подпольном казино «Катрани». Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает посадить за игорный стол Соню Тимофееву. Ее задача – втереться в доверие к завсегдатаям «Картана» и собрать необходимую следствию информацию. Соня сообщает, что при первых же признаках опасности прекратит посещать казино.